Ну-ка, вот так вот, если... О! Нормуль! Обнаружена агрессивная форма жизни! Перехожу к обороне! Ой, сейчас нам не поздоровится, ребятки! Эй, сюда! Сюда! Чё-то я, это, не могу... А, берегись пилу! Какую пилу? Какая-то пила... Оу! Опа! Я готов! Ладно, давай, всё, я приготовился, мужик! Вау! Давай шишку свою, алё! Да не туда, я пнул что-то. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Пикунику. Приключения наши продолжаются, продолжить. Погнали, что мы, где мы там закончили? О, да, мы закончили на дискотеке. Выясни, что открывает ключ-карта. Ну окей, я знаю, что открывает ключ-карта. О, здоров, чувак, я могу на тебе постоять. Круто, круто, чувак. Лучшая пати! Ладно, лучшая пати. Все. Валивай. А я ж выходил. А, у нас сохранилось последнее место, где мы тормознулись. Ну окей. Здесь я был? Что у нас здесь было? По-моему, я здесь был, ребятки. Здесь, наверное... Не, здесь не магазин. А, окей. Здесь мы сражались с этим бутербродом. Или тостом. С гигантским адским тостом. В магазине мы были. Нам нужно вниз, по-моему. А, вот это дерево, где мы чешем лицо-то. Тут у нас какой-то шар. Скинули его. Вот, ребятки, вот сюда нужна нам карточка. Погнали, погнали наверх. А, вниз! Я думал, наверх. Оказывается, вниз. Метро какое-то, смотри. Выясни, что открывает ключ-карта. Да мы же уже выяснили, как бы. Что-то мне тут сказали. Мы тут... Чего? Добрый день! Мы рады приветствовать тебя! В Эль Бунко! Какой-то бункер, ребята. Но похоже на метро. Какой нафиг Эль Бунко? Это бункер на другом языке. Ты выдумал это слово? Зато оно прикольное. Да нет. На самом деле мы на заброшенной станции метро. У нас тогда еще в планах не было, это вроде как первый проект Sunshine Inc. Метро должно было по всему острову идти, но проект свернули, а все электричество перенаправили обратно в штаб-квартиру. Здесь никто не бывает. Но! Так как мы нуждались в безопасном убежище, где мы сможем планировать свои операции и куда они ходят роботы. Именно здесь мы разбили свою базу. Пойдем, я тебе все покажу. Погнали. Погнали, чуваки, а я с вами... А чё я не иду никуда? Иди за повстанцами. А чё, ключ-карту уже не надо выяснять? Они, наверное, в дверь зашли, что ли? Чё-то зашли, и дверь даже мне не открыли. Ага. Вот оно, сердце Эль Бунко! Да хватит уже! Это не бункер, хватит называть его Эль Бунко. Эль Бунко. Ну так вот, это у нас гостиная, и мы тут встречаемся. Позади находится кровати, если кто-то вдруг устанет. Ладно, листообразные чувачки. Куда-то меня ведут, ребят, под конвоем. Это что, доска какая-то? А здесь комната для брифингов, где мы строим свои планы. Перед вылазкой нужно основательно подготовиться, чтобы обошлось без потерь. И без застревания на деревьях. Далее. Да, далее. Идем далее. Так, это дырка в стене. Наверху у нас серверная. Что за секретная база без компьютеров? На них есть пинбол и другие игры. Окей, можно поиграть в компьютер, на который у нас нет времени, потому что скоро вылазка. Окей, скоро. Какая вылазка? Куда вы собрались, чуваки? Ты же не в курсе, давай объясню. Ты наверняка знаешь о корпорации Sunshine Inc., которая выдает всем деньги просто так. Оказывается, не просто. Мистер Саншайн утверждает, что собирает мусор, но на самом деле он лишает регион ценных природных ресурсов. А деньгами он просто покупает внимание граждан, пока роботы творят черное дело. И поэтому никто не возражает. Черт его знает, зачем ему эти ресурсы? Ну как, продавать леса. Проблема в том, что если так пойдет дальше, то скоро мы останемся без деревни. Через пару дней они вырубят все деревья и придут рубить дома. А чем дома от деревьев отличаются у вас, чуваки? По-моему, это одно и то же. Мы же в деревьях живем, ну да. Мы пытаемся остановить злодейство Sunshine Inc. И начнем с того, что сломаем робота в лесу.
Поговори с нами, если нужны подробности. Ну окей, какого-то робота собираются сломать, чуваки. О, вот это план. Одолей огромного лесного робота. Что-то нужно в него пнуть, смотри. Нужно какую-то шишку пнуть в робота. И что? Типа он от этой шишки взорвется, что ли? У нас же есть какие-то взрывучие, короче, штуки. Ну, чё, чувак, ты скажешь? Рассказать о вылазке подробнее. Не, не надо. Мы тебя уже на месте подождем. Ну, окей. Давайте погнали, наверное, наверх, посмотрим, что это за компьютер. База компьютеров. Чувак, ты не хочешь со мной поговорить? Смотри, он меня перепрыгивает. Ладно, здесь делать нечего. Где этот чувак находится, робот? О, шишки какие-то. Это взрывошишки, или как они у нас называются? Ну-ка, давай, чувак. Для этого робота целый ворох шишек понадобится. Не переживай, у меня все схвачено. Ты мне на голову наступил, схваченный. Ну-ка, подвинься. Ты что, стоять, что ли, на мне полюбил? Ну-ка, уйди! Ну все, чувак, отвянь. Встал мне такой на голову, понимаешь, стоит. А, они у нас тут. Я даже пнуть не могу, ребят, эти шишки. А чё, куда нам идти? Там дырки не было случайно? По-моему, не было. Куда мне идти-то тогда? Наверху у нас прохода нету. А нужно, наверное, назад подняться. Ну все, чувак, я понял. Какой-то лесной робот, а где его искать-то? Может, уже нам открылся проход в ту сторону, где у нас было завалено там досками, бревнами? Шкаф? Нет, туда никак. Ну ладно, погнали, ребятки, погнали мочить робота, который рубит лес. Окей, а на поезде прокатиться никак? Ну ладно. Что-то нерабочее метро какое-то. Поехали наверх. Одолей огромного лесного робота. Кто бы мне показал, где он находится-то? Лесной робот ваш. Ладно, погнали. Погнали вот сюда. Пчелки здесь летают, понимаешь? Нектар собирает, наверное. Белочка. О, наверное. Наверное, здесь. Вот здесь, по-моему, чувака этого не было. Ну-ка, что ты мне скажешь? Просто отвесь роботу пенделя по готовности. Только это, он может рассердиться. Ну понятно, от пенделя-то. Это же волшебный пендель для робота. А чем? Бревном, я смогу бревно пнуть? Там шишка вообще нужна. Что там внизу? Какие-то звуки издает. И как? Целый ворох шишек. Может, с другой стороны там шишки есть? Конусами. Давай, запинаем конусами робота, пенделя. А может ему просто так пенделя отвести, а? Ну, что-то же речь какая-то про шишки шла. Ну-ка, вот так вот если. О! Нормуль! Обнаружена агрессивная форма жизни! Перехожу к обороне! Ой, сейчас нам не поздоровится, ребятки. Эй, сюда! Сюда! Что-то я, это, не могу. А, берегись пилу. Какую пилу? Какая-то пила. Оу! Фига себе, какая резкая пила. Game over. Еще раз, конечно, еще раз. Так, резкая пила, я был не готов. Ну все, давай. А, он, наверное, до этих, до бревен. Ау! Да что ж ты будешь делать-то? Game over. Не, потом не пройду, давай еще раз. Будем сейчас одолевать этого робота. Ну что? В какую сторону оно? А он, наверное, от начала до конца прям, да? Оп, готово. Что теперь? Пинай ее! Кого ее? Кого? А, шишку! Оу! Извини, чувак, не успел! Опа, я готов! Ладно, давай, все, я приготовился, мужик! Вау! Давай шишку свою, алло! Да не туда, я пнул что-то. Почему-то. Оп. Пилу перепрыгнули. На! Есть! Есть, ребятки, одна шишка. Одна шишка есть.
Давай, кто там? На! Есть! Еще один гол. Окей. Опа. Есть, перепрыгнул. Ну кто, кидаем шишку. А, нет, второй раз сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Лови! Бабах! Все, три шишки. И нет робота. Остался один винтик. Один винтик какой-то, шпунтик. О, получилось! Роботу конец, деревня спасена! Без тебя у нас ничего бы не вышло, спасибо! Ох ты, ты что здесь забыл, чувак? Эти вообще в шоке, они первый раз того чудика видят. Добрый день! А, чудовище! Кто? А что ты такое? Как ты нас нашел? Ты опять дверь не закрыл? А я всегда дверь закрываю. Она была открыта. Виноват. А я могу попозже зайти, если помешал. Да ты не мешаешь. Просто вроде как секретная база. Нам тут только роботов не хватало. Вот из-за роботов я и пришел. Я в деревне рядом с лесом живу. Роботы из Sunshine у нас кукурузу собирают. А взамен дают нам деньги. Только я не знаю, нафиг они нам нужны. Мы там все уже супер богатеи. Я люблю кукурузу. Жизненно, у нас в деревне такая же проблема. Была проблема, нам удалось сокрушить робота. Я за вами следил, так что можете не рассказывать. Ну еще немного, и мы так совсем без кукурузки останемся. А у нас наступит голод. Будьте есть деньги. И никто ничего не хочет предпринимать. Нет, все сидят и ждут, пока робот принесет денежки. Которые фактически обесценились. Ага. Так что я решил попросить вас сломать робота. Хм, а почему бы нет? Да, вперед, команда! Мы команда уже. Пойдемте, напинаем его железную задницу. Ну, окей. Спасибо. Спасибо. Сейчас пойдем назад к чудикам к этим. Окей. А что показывает мне куда-то? Типа надо идти. В чем план? Так, чувак. Рассказать о вылазке подробнее. Давай. Давай, давай, рассказать. Ну так вот. Сначала тебе придется вернуться в деревню в долине, мы будем ждать уже на месте. Говорят, там сейчас сезон дождей, так что робот работать не должен, самое время его разозлить. Отвесь ему пинка и приведи его к нам. Ох ты ж, елки-палки, это нам надо вернуться в ту степь, а потом... Только осторожнее, а то он тебя проглотит. Ого, ого. И как мне это сделать, чуваки? Как бы в деревне-то путь совсем ни разу не близкий. Так, это что такое? Что за приблуда? В прошлый раз были шишки, а здесь у нас какая-то другая штукенция. Что такое? Такое чувство, что надвигается буря. Может, оно нам на руку? Странненько. Ну ладно. Какая-то странная приблуда. Ладно, погнали в деревню. Я не знаю, каким макаром туда будем добираться, но нам надо это сделать. Главное, они пока что все здесь и будут меня там ждать. Слушай, я смастерила для тебя кое-что. Чего? На, держи. О, шляпа Лейка. Это не подсвечник, это лейка какая-то. Шляпа Леечка. Цветочки всякие поливать можно. Ну ладно, сейчас будем, ребятки, все поливать. Как мне кажется. Вернись в долину. Блин, ну это ж так далеко. Ну и на этом, ребят, сегодня, наверное, и закончим. Мы сегодня победили одного робота, который у нас вырубал лес. В следующей серии мы, наверное, победим еще одного робота, который тырит у нас кукурузу в другой деревне. Вот такие делишки, ребят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.